Женское коварство и мечты стареющего актера. Жанр любимца публики – эксцентрическая комедия, тонко балансирующая между хлестким юмором и трагическими моментами. В центре действия Гарри Эссендайл, знаменитый актер на излете своей карьеры. По словам режиссера спектакля Валерия Гришко, он существенно переписал любимца публики, адаптировал к современным реалиям, насытил деталями, близкими нынешнему зрителю. Это, конечно, о преданности профессии, о преданности человеческой, каким-то идеалам, которые не должны ни в каких вариантах нарушаться и нельзя ему изменять. В течение спектакля Гарри Эссендайл постепенно теряет и друзей, и свою карьеру. Обстановка современная, но проблемы вечные. Эгоистичные поклонники, молодые конкуренты, расчетливые любовницы. А верным другом Эссендайла, который поможет ему стать собой, окажется лишь один – любящий и верный ему человек. Спектакль проходит на одном дыхании. Актеры не играют, а живут на сцене. А теперь прощай. Это неизбежно. Только так и никак иначе. Это нужно не ради меня. Это нужно ради тебя, дорогая. Спектакль легкий, легкая комедия. Иногда со слезами, иногда с немножко грустью. Всегда хорошая постановка, очень интересная. Артисты выкладываются на 100%, заинтересовывают зрителя. Спектакль завершился бурными аплодисментами. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.